Всем привет, это Твинкер, и сегодня я покажу, как русифицировать клиент для игры World of Warcraft версии 2.4.3. Итак, скачиваем архив, ссылка будет в описании. Извлекаем его. Теперь не эту папку копируем, а заходим в нее и вот эту папку. Ну я вырезаю. Так, вставляем сюда. Куда мы вставляем? Мы вставляем World of Warcraft Data. И вот еще раз Data. Сюда мы вставили нашу папку и убираем отсюда английский язык. Все, у нас вот так вот должно выглядеть. Теперь заходим в игру и проверяем. Ну и так видно, что все работает. Вот и все. Ставь палец вверх, если я помог. Пока.